O'zimizni ulug' madaniyatimizni, o'zimizni ulug' ajdod avlodlarimizni mana joyiga qo'yapmiz. Hurmat bilan boshimizga ko'taryapmiz. Ma'naviy yana bir marta aytaman. Ma'naviy hayotni joyiga qo'yapmiz. O'zbek bo'lgan odamni o'zligini tushunish uchun ko'p ish qilyapmiz. O'zbek xalqining mutafakkir shoiri Alisher Navoiy nomi bilan ataluvchi O'zbekiston Milliy bog'i respublika poytaxti mehnatkashlarining va shahrimiz mehmonlarining miriqib dam oladigan so'lim maskanlaridan biri hisoblanadi. Prezidentimiz yurtimizga tashrif buyurgan muhtaram mehmonlarni ana shu yerga olib keladi. Finlandiya Respublikasi prezidenti Mauna Koivista rafiqasi bilan ana shu bog'da o'rnatilgan Alisher Navoiy haykali poyiga gulchambarlar qo'ydilar. Mustaqilligimizning 10 yilligi arafasida Navoiy shahrida Alisher Navoiy yodgorlik majmui ochildi. Tantanali marosimda O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov ishtirok etdi va nutq so'zladi. Birinchi prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, xalqimiz, millatimizning buyuk inson, ulug' mutafakkir Alisher Navoiy siymosini asrlar davomida e'zozlab unga izhor etib kelayotgan sevgi sadoqati aynan mustaqil yurtimizda o'zining yorqin ifodasini topmoqda desak, hech qanday mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekiston istiqlolga erishgan 1991-yilni Navoiy yili deb e'lon qilganimiz, o'sha unutilmas kunlarda bobomiz ruhini shod etish maqsadida azim poytaxtimiz Toshkentda ul zotning tabarruk nomida milliy bog' barpo etib, uning to'rida shoirga muazzam haykal o'rnatganimiz bu boradagi xayrli ishlarimizning debochasi bo'lgan edi. Ona tiliga muhabbat, uni ulug'lash, beqiyos boyligi va buyukligini anglash tuyg'usi ham bizning ongu tafakkurimizga, yuragimizga avvalo Navoiy asarlari bilan kirib kelgan. Сегодня вместе с Ильхамом Гайдаровичем открываем памятник великому сыну узбекского народа, основоположнику узбекской литературы, человеку, который создал узбекскую поэзию, человеку, который и сегодня является современником нашим. Потому что все то, что сделали Низами и Алишер Навои, оно сегодня живет нашей жизни. Не может наше поколение воспитываться, если не будет наследия Низами и Алишера Навои. Их наследие – это то моральная, духовная сила, откуда мы черпаем свои силы. Национальная библиотека Узбекистана является универсальным учреждением, которое организует и осуществляет информационно-библиотечную деятельность в целях развития в стране культуры, науки и образования. Богатый информационно-библиотечный фонд, в котором содержатся и уникальные материалы, является неотъемлемой частью нашего великого духовного наследия и национальным достоянием. В новом здании размещены также музей книг, читальные залы, книжный салон, киноцентр, интернет- и медиа-центры, детская комната, комната отдыха. Оно оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, имеет единую автоматизированную информационно-библиотечную систему. Полностью отвечает мировым требованиям и нормам созданная здесь автоматизированная система хранения информационно-библиотечного фонда. Читальные залы библиотеки оснащены компьютерами, подключенными к электронному каталогу, интернету и электронной базе данных. Созданы все необходимые условия и для научных сотрудников, исследователей, и для работы с нотно-музыкальными изданиями. Глава государства отметил, что каждое государство, каждая нация прежде всего сильна своей высокой культурой.
Президент страны, знакомясь с деятельностью библиотеки, отметил необходимость дальнейшего ее совершенствования, пересмотра структуры, изучения передового зарубежного опыта. Даны рекомендации по развитию системы использования книжного фонда, учету при предоставлении услуг потребностей читателей разных возрастов, их интересов, расширению видов дополнительных услуг. Древняя история народа, каких только зодчих не помнит ее летопись. Возведенные ими здания по сей день удивляют мир. Наши многие города – сокровищницы традиций национального зодчества. Кто бы ни побывал, скажем, в Самарканде, Маргилане, Коканде, Хиве, останется очарован красотой. Об этой магии, рожденной талантом и творчеством народа, очень важно всегда помнить, подчеркнул Ислам Каримов. Наследие, завещанное веками. Как заметил руководитель страны, им надо не только гордиться. Необходимо, чтобы люди в первую очередь молодежь стремились внести достойный вклад в развитие. Возведение такого поистине величественного здания – это отражение нашего потенциала, богатых традиций и искусства современных мастеров. И еще один момент. Все это мы построили сами, своими силами. При возведении комплекса Марифат Маркязы президентом нашей страны был учтен весь спектр вопросов от самых ключевых до мельчайших деталей, что, пожалуй, наиболее ярко отражено и воплощено на площади перед комплексом. Музыкальные фонтаны – это нечто неповторимое. Я лично предложил использовать произведение композитора Левиева. Его песня о Ташкенте очень проникновенная, там очень хорошие слова. На фоне мотива вспоминаются кадры из известного фильма «В парке имени Алишера Наваи», девушки, катающиеся на лодках. В пейзаж нового здания гармонично впишется эта песня в исполнении заслуженной артистки Узбекистана Клары Джалиловой. Она должна быть здесь основой, потому что это создает настроение, особенно в вечернее время.